Новую школу в квартале 2011 строят по региональному проекту «Современная школа». Она рассчитана на 550 мест при односменном обучении, а в две смены более 1000 учащихся. Стоимость работ больше 908 миллионов рублей на средства городского бюджета, а это 109 миллионов планируется приобрести мебель и современное учебное оборудование. Порядка 14 тысяч людей здесь проживает. Если говорить об 11-м квартале, в котором мы находимся, то, конечно, мы удовлетворяем потребность еще раз в образовании в две смены. Около 1000 детей сюда сможет ходить. Завершить строительство школы в квартале 2011 планируют в декабре. Сейчас строители ведут работы по монтажу внутренних инженерных систем, шпаклюют стены, укладывают облицовочную плитку на стены и пол, вставляют окна и занимаются отделкой фасада. Объект готов на 62%. Мы сегодня занимаемся, уже начали закупкой оборудования для того, чтобы все условия были созданы. Строители строят нам здание, а все, что касается материально-технического обеспечения, также в процессе занимается этим уже как раз директор школы. То есть выделено порядка 108 миллионов рублей на формирование материально-технической базы. Школа в квартале 2011 станет вторым корпусом лицея номер 52. Уже сформировали 5 первых классов, учащиеся которых 1 сентября пойдут в школу номер 84. А когда завершится строительство учебного заведения, перейдут в новое здание. В этом же году в индустриальном районе начнут строить еще одну школу в квартале 2033. Она будет рассчитана на 1100 мест. Таким образом, благодаря двум новым школам удастся разгрузить образовательные учреждения индустриального района. Дмитрий Дроздов, День с толком.